Депутат Госдумы и глава Комитета по обороне Андрей Картополов сегодня решил успокоить резервистов, которым начинают приходить повестки на сборы. Указ о сборах, как и каждый год, Путин подписал еще 11 мая. Так вот, Картополов обещает, никто из резервистов, которые явились на сборы, на войну не попадет. Однако еще в день подписания указа правозащитник Артем Файзулин в разговоре с изданием агентства заявил, что по итогам прохождения сборов правовой статус гражданина в запасе может измениться таким образом, что он получит офицерское звание, а те, кто не служили, получат военно-учетную специальность. После этого для таких людей вырастет вероятность быть призванными, если в России продолжат мобилизацию. Ну и еще штришок про Картополова. В сентябре прошлого года генерал-депутат говорил, что никакой мобилизации не будет. А в апреле года нынешнего сообщал, что поправки в закон о воинской обязанности вернулись на рассмотрение только для того, чтобы исправить дату. В итоге мобилизация была, закон переписали до неузнаваемости. Фактически теперь нельзя не получить повестку. Я напомню, что неявка на военные сборы наказывается всего лишь штрафом от 500 до 3000 рублей. Обсудим тему с гостем эфира. С нами журналист Сергей Асланян. Привет, Сергей. Соратница, привет, рад видеть. Да, ты знаешь, вот всегда, когда какую-то мы видим такую новость, всегда, с одной стороны, вроде ничего необычного, ведь 11 мая, как и положено, как каждый год было, Путин подписал, и как-то это расслабляет несколько такая информация. С другой стороны, всегда есть и алармизм в этой теме, потому что мы понимаем, что мобилизация, по сути, никуда не девалась, она просто не объявленная, или, как ее иначе называют, ползучая. Ты в данном случае на какой стороне, как бы прокомментировал ситуацию? Есть чему встревожиться, и самое главное, что на сборы могут попасть только те, у кого есть уже военно-учетная специальность, поэтому если вдруг заговорили о том, что на эти сборы попадают каким-то магическим образом люди, не причастные к армии, в войсках никогда не служившие, срочную не проходившие, и там им дадут военно-учетную специальность, то это абсолютная новизна. Потому что сборы как раз и существуют для того, чтобы те, кто давно служил, не забыли свою воинскую специальность, и еще разочек освежили эти удивительные совершенно впечатления от армии и не забывали их как можно дольше. Каждый год у нас на сборы в российскую армию, в советскую армию отправляется какое-то количество людей, и каждый раз это была невероятная головная боль, потому что, кстати, эти люди называются на военном жаргоне партизаны. Девать этих партизан некуда, и когда они про разнарядки попадали в воинские части, то у командира после этого покой и сон пропадали окончательно, потому что приходила армада, огромное количество людей, очень сильно алкогольно мотивированных и не способных делать ничего. Приспособить какую бы то ни было военной специальности их невозможно. То есть тебе вдруг выдают роту людей неуправляемых, довольно возрастных, очень критически настроенных абсолютно ко всему, кроме пивного ларька в соседней деревне, и у которых нет никакого дела, потому что никогда не происходит формирование по как раз предпочтениям и навыкам. То есть берется толпа любых людей, отставные повара, отставные ракетчики, отставные штабисты, отставные саперы, отставные сторожа, и направляются, например, в военно-морскую часть, в морскую авиацию, на узел связи, где их переодевают в обноски третьего срока, потому что на них никогда нет формы. То есть вообще никогда на партизан нет приличной одежды. Они всегда именно и выглядят как махновцы, потому что одеть их не во что. И дальше придумываются им какие-то занятия и какие-то способы охраны, чтобы они не разбежались, потому что сотни неуправляемых мужиков в алкогольных порывах и заинтересованности, они, конечно, представляют угрозу не только для воинской части, обороноспособности, но еще и для окрестного местного женского населения. И вот там в течение месяца нужно или 45 суток их продержать хоть чем-то, какими-то там развлекая занятиями и приказами, при том, что, в общем-то, они, в принципе, не готовы тебя не слушать, не обращать на тебя внимания, и что с ними делать, не ясно ни в какую конкретную секунду, а потом, ко всему прочему, их еще надо 3 раза в сутки кормить, их нужно как-то загонять хотя бы раз в неделю в баню,
И при этом у них должно быть какое-то небольшое командование, которое, в принципе, руководя ими, должно тоже хоть как-то соблюсти какие-то рамки армейского присутствия. Это всегда была абсолютная катастрофа. И вот когда сейчас уже с позиции сегодняшнего дня и всемирного пиара рассказывают о регулярности подобных мероприятий, это тоже, на самом деле, натягивание совы на неправдоподобный глобус, потому что в гомеопатических дозах отправляли людей, и подписывая приказ, это не означало, что будет какая-то мощная волна выдергивания гражданских людей обратно на нары в армейскую жизнь. Это всегда было по чуть-чуть, потому что никогда не было нужды. В войсках эти люди были лишними, и не было необходимости их чему-то учить, какие-то навыки восполнять и как-то ими заниматься. Это было для галочки, потому что существовало предписание. Раз в год нужно хоть как-то сколотить некую команду и отправить ее из резерва пополнять свои удивительные впечатления от армии. Они были там не нужны ни при каких обстоятельствах, ни при каких генеральных секретарях, ни при каких президентах. То есть они были лишними, и они остаются лишними. И вот сейчас, когда вдруг возникает такой ажиотаж, да еще и генеральские оправдания сверху, мы слышим о том, что они на фронт не попадут, и во что бы то ни стало, мы наберем запланированное количество людей, потому что мы должны этих гражданских все-таки сунуть туда, где они вспомнят свою воинскую специальность, чего, в принципе, никогда до этого не было. Это говорит о том, что где-то они понадобились. Вот, в принципе, учитывая, что никогда в жизни они не были нужны где бы то ни было, ни в одной воинской части не было запроса у командира: дайте-ка мне отряд партизан, потому что, ну что, а канаву нужно выкопать, забор поправить или, наконец, попасть ракетой в цель. Да нормально совершенно справляемся без этой вот махновщины. И вдруг где-то они очень сильно понадобились. Причем так много, что волна покатилась по стране, вызывая панику. И военкомы, стиснув зубы и сделав озабоченные до пояса лица, заявили, что мы это выполним, этот наказ президента. Он подписан не зря. Это действительно основание для паники, потому что совершенно не на пустом месте возникает слушок о том, что ведь могут и потихонечку переписать, в том числе географию предназначения. Вроде ехали куда-то там за Урал, а приехали почему-то куда-то в Луганск. Учитывая бесцеремонность, с которой у нас любой командир говорит: я приказ получил. А при чем здесь? Откуда я знаю, что вам там обещали? Военком мог сказать, что на сбор грибов. А у меня вот конкретный приказ. Мне нужно Бахмут взять. Поэтому вот вы присягу давали. Вот вам. Ладно, автоматы, хорошо, так уж и быть, вы грибники. Вот вам корзинки для грибов. И вперед атаковать в полный рост под барабанную дробь. Это очень вероятный сценарий. И это, собственно, единственное место под Бахмутом, где действительно кого-то не хватает. На всей остальной части, в любой совершенно географической зоне, необходимости в этих людях нету нигде. Вот вообще ни в какую единицу времени никакие резервисты не нужны ни для какого дела. Кроме как на фронте. На фронте действительно не хватает. Там сгодятся любые. И вот в кои-то веки у этих людей может произойти не то чтобы переименование, но некое изменение целеполагания. Раньше они считались партизанами. Ну, собственно, ими и были, и выглядели так же, и дисциплина у них была совершенно партизанская. А вот теперь эти люди, они могут гордо примерить на себя звание народного ополчения. Вот это как раз оно и будет. Собрали и бросили под танки. Сергей, ты, как всегда, говоришь колонками, очень подробно отвечаешь на вопрос, но все-таки я про партизанов уточню. Вот ты говоришь, правильно я понимаю, что их называли партизанами, потому что от них только вред, они как будто партизаны, в смысле, не в сторону, партизанят не в сторону российской армии, а только мешают. А теперь ты говоришь, вот они станут ополчением, то есть я не очень поняла, они качественно изменятся или останутся теми же партизанами внутри? Качественно в советской армии не меняется ничего ни в 1937 году, ни в 1941, ни в 1953, ни в 2023. Это точно такие же люди. В советской армии твоим навыкам и квалификации не соответствует занимаемая должность. Спецназ – это не кинематографические красавцы плечистые, великолепно стреляющие. Это деревенские хлюпики, которых загнали и сказали: значит так, а вы у нас спецназ. И они сказали: так точно, товарищ командир. А другие будут стройбат. Это не значит, что они напоминают конфигурации экскаватора и могут копать. Это тоже доходяги. Но они попали в стройбат. И в этом отношении будет только переименование. Не произойдет качественного изменения ни в коем случае, потому что для качественных изменений государственное устройство не предполагает абсолютно ничего. Поэтому набирается некоторое количество людей, они могут быть в какой-то момент резервистами, в какой-то момент партизанами, которые
Ну, без злого умысла, но под откос спускают поезда, потому что руки кривые, делать все равно нечего. А тут, смотрите, фейерверк какой веселый. А в какой-то момент приходит командир и говорит: значит так, вы народное ополчение, вперед Бахмут брать. Причем без зарплаты, потому что вы не какой-то позорный ЧВК Вагнер, а вы защитник Отечества. А Отечество в опасности, значит, все ушли на фронт, крест-накрест заколотили ваши добрые надежды и шансы вернуться куда-нибудь в мирную жизнь, поэтому все вперед, посмертный герой России, я вам гарантирую. Спасибо большое, Сергей, что добавил в наш эфир немного обоснованной паники. Сергей Слонян, журналист, был в эфире программы «Воздух». Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк. Так вы не только благодарите команду «Ходорковский лайв», которая для вас работает, но и помогаете Ютубу понять, что видео важное и нужное, нужно его распространять. И обязательно подпишитесь, если вдруг почему-то этого не сделали, так мы станем ближе.